Олег Ананьев, заведующий отделом литературы по искусству Гомельской областной библиотеки. Прочту стихотворение Владимира Дубовки «У зимовый заснеженный день». У зимовый заснеженный день кветку счастья до хаты я нес, притуливши до самых грудей, кабы ей не изневечил мороз. Зеленины зихчать огоньки осветлили рапту на покой. Изъявився приемный такий соправды, як святочный настрой. Усмехнулася любая мне, гэта цуд, а не кветок вазон. Хай нагадваюць нам об вясне, напророчить прыгожих нам дзён, коли вечер со змрокою пришел, я почув от сябровки загад, не уключай электричных огнёв. Кветки светить на 1000 ватт. Дорогая, я ныне одны, с ими разом надея зихтить. Для судовной такой сябрыни не потребна вольфрамова нить.